Добрый день, уважаемые любители хоккея, город Рудный, очередной игровой матч, париматч «Жастар» хоккей Легасы, Руднинский горняк на своем льду принимает Борис Жас. Сегодня, как и всегда, с вами комментируют матч Сергей Панов и Дархан Нурпейсов. Ассаламу алейкум, башанзга. Матч под номером 51 в календаре чемпионата. Ледовый дворец спорта «Горняк-Арена» и статистика лиги на данный момент на ваших экранах. Команды располагаются рядом. Девятое место «Борис Жас» и, соответственно, «Горняк» на десятом месте. Все на ваших экранах, можете посмотреть. В целом сезон для этих команд примерно одинаково начался. Общая статистика впереди. По статистическим выкладкам столичная команда. В любом случае «Горняк» на своем льду играет получше, чем на выезде. И я думаю, что Андрей Шевченко, главный тренер «Горняка», дает установку обязательно на победу, потому как нужно набирать очки и прорываться в зону плей-офф. Я бізде өте жақсы ойын күтілуде, өйткені біз Рудный қаласындамыз, біз білеміз «Горняк» командасы өте ұшқыр болады, өте жылдам ойынды ойнайды. Сондықтан да осындай ойын бізде қызықты күтілуде деп жатырмыз біз. Енді екі жақтың да құрамасы сіздің алдыңызда, міне «Горняк» командасының құрамы жазылып жатыр. Енді қақпадағы қақпаны қорғайтын бізде Пахоленко Дмитрий болады. 60-шы номердегі ал «Борис Жас» командасының қақпашысы Аблайхан Төлеубай болады. Міне қазір көріп жатырсыз. Енді осы Аблайханның статистикасын көріп жатырмыз. Енді осы қақпашыға сенім артырып жатыр бапкерлер. Ал бізде Дмитрийдің статистикасын көрсетіп жатыр. Статистикасы 90%-дан аз болып тұр. Сонымен бұған да Дмитрий Пахоленкоға сенім артырып жатыр біздің бапкерлер. Ал екі жақтың да бапкерін атап кетейік біз. Енді «Горняк» командасының бапкері Андрей Шевченко болады. Ал «Борис Жас» командасының бапкері Тимур Ержепов болады. Нурислам Зияш көрсетіп жатыр сіздің статистикасын. Енді бір гол, 6 рет ассистент болған көріп жатырмыз біз. Енді осындай жас есімдерді біз тани білу керек біз. Өйткені келешектегі енді біздің алғашқы құрамда ойнайтын жас балалар болып келеді. Енді «Горняк» командасының Данил Волобуев ойыншысының, қорғаушысының статистикасын көрсетіп жатыр. 3 гол соққан және 1 рет ассистент болған, 4 ұпаймен осындай нәтижеге қол жеткізіп жатыр енді. Абзал Алибек 7 гол, 6 ассистент, 13 ұпай өте жақсы көрсеткішке ие болып жатыр. Енді осы «Борис Жас» командасының ең үздік шабуылшысы болып саналады. Енді осындай қазақтың балалары шыққандай өте жақсы біз осындай көрініс көреміз енді. В целом по составам команд сегодня играющих хочется отметить, что «Горняк» сегодня играет в составе из 3 звеньев. 17 человек заявлены у Андрея Александровича Шевченко на сегодняшнюю игру. Что касаемо команды «Борис Жас», то здесь на сегодняшний момент, согласно заявочного листа, 20 человек. Хочется отметить, что «Борис Жас», все игроки сегодня 2006 года рождения, очень молодой перспективный столичный коллектив, будет противостоять более старшим своим соперникам из «Горняка». Ну, в «Горняке» есть спортсмены и 2002 года рождения. Это Утибаев Руслан. Руслан в основе очень хорошо себя проявляет. Ну и Андрей Александрович приглашает его на игры молодежной команды.
Главные действующие, одни из главных действующих лиц на ваших экранах, это, конечно же, судейский корпус. И главный судья сегодня Виталий Игнатьев. Помогают ему линейные судьи Руслан Даулетбаев и Вячеслав Сбродько. Есть еще ряд матчей, которые сегодня будут проходить. Об этом немного-немного попозже. Статистика голкиперов была уже на ваших экранах. Ну и хочется, конечно же, сказать, что помимо Дмитрия Пахоленко, который сегодня защищает створ ворот Горняка, есть еще у него помощник Владимир Франчук. Ну а у Абылайхана Талиубая есть также помощник Владислав Лаюров, который также заявлен сегодня у Барыжас. Гимн Республики Казахстан. Титульный спонсор Казахстанской Федерации Хоккея – «Паримач». «Паримач» играют они, побеждаешь ты. «Паримач» – онлайн-букмекер номер один в Казахстане. Что касается противостояния двух играющих сегодня коллективов, то это противостояние не такое уж и большое по количеству встреч. 9 игр было сыграно между этими спортивными коллективами, но, к сожалению, ни одного раза не удалось одержать победу рудненской команде. Все 9 побед на счету коллектива из Астаны. Самый большой счет на двоих был в Кубке Казахстана 5 сентября этого года. Тогда на двоих набрали команды 12 очков. Ну и были, конечно же, большие и печальные проигрыши для подопечных Андрея Шевченко. Это случалось в разные сезоны, и 21 года, и 20 года. Был счет и 8-0, и 10-2. Поэтому я думаю, что, конечно, коллективу из города Рудный обязательно нужно сделать выводы. И в целом, чья-то статистика сегодня будет либо порушено, либо продолжено. Об этом мы узнаем. Ну что ж, стартовое вбрасывание прошло. Выигрывает столичная команда это вбрасывание. И начинается первый период. Бізде бірінші кезеңнің басталуын біз көріп жатырмыз. Одан бұрын мемлекеттік әнұран ойнатылды. Енді бізде біз білеміз осындай ойын басталған кезінде осындай әнұран ойнатқызады. Енді бізде Барыс-Жас командасы шабуылдап жатыр. Өте жақсы көрсеткішке тап болып жатыр. Енді Горняк командасының ойыншылары ережені бұзып айыпталып жатыр енді. Қазір әрине төрешілер 2 минуттық айыпталу минуттарын қосады қазір. Енді көпшілікте Барыс-Жас ойнайды. Ал менің әріптесім айтқандай, бізде қазір сәл қана үзіліс болып жатыр. Слепухин Михаил ережені бұзғасын 2 минуттық штраф алып жатыр. Менің әріптесім айтқандай 9 рет кездескен осы екі команда деп жатыр. Енді астаналық командасы басымдылықпен 9 рет жеңіске жеткен. Енді Андрей Шевченконың шәкірттері қазір өте қауіпті жағдай болды, бірақ Дмитрий бәрін көріп жатыр, құтқарып жатыр өзінің қақпасын. Қамалып жатыр енді Горняк командасы. Ал арғара айтып кетейік, Барыс-Жас командасы өте жақсы ойын өткізе алады осы Горняктың жерінде деп жатырмыз, Рудный қаласында. Тағы да қараңыздар, өте қауіпті жағдай. 27-ші номердегі Артур Бекситов осы Дмитрийдің алдында тұрып қалған болар.
бірақ ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмады деп жатырмыз. Әрине, екі жас команда өте дайындығы мол, тәжірибесі мол деп жатырмыз, бірақ екі қаланың жас шәкірттері болғасын, әрине, қателіктер екі жақтан да жіберіп жатады. Біз көріп жатырмыз, барыс жас өте жақсы шайбаны иеленуде, шайбаны өте жақсы ұстап жатыр, өзінің қарамағында дейміз, бір-бірін сезіп жатыр. Тағда соққы, тағда бізде қазір қауіпті жағдай болды. Карим Қажыбеков соққы жасаған, Дмитрий жақсы ұстап жатыр енді соққыны қазір, біз көріп жатырмыз. Енді осындай есімдерді біз білеміз, еске сақтау керек, өйткені алғашқы, алдағы, болшақтағы дейміз, осы негізін құрайтын ойыншылар болатын болар, біз айтамыз енді. Ал барыс жас құрамасындағы өте жақсы ойыншыларды атап өттік біз, сондықтан да тағы қараңыздар, жоқ, Горняк командасы алып қойып жатыр шайбаны. Ал бізде Қазақстан хоккей федерациясының титулды демеушісі Паримач. Паримач ойнайтын олар женетін сен. Паримач Қазақстандағы номер бірінші онлайн букмекер. Барыс жас командасының шабуылын біз тағы да тамашалап жатырмыз. Барыс жас өте жақсы қысым көрсетіп жатыр. Сондықтан да Горняк командасы, біз айтып жатырмыз, қамалып жатыр. Қарымта шабуылдары да шықпай жатыр деп жатырмыз біз. Әрине, енді айтып өтсек, екі жақтында ойыншылары жергілікті осы қаланың және осы клубтың дейміз шәкірттері. Сондықтан ешқандай, қалай айтсақ, шеттен келген ойыншылар жоқ. Ол өте жақсы көрсеткіш. Өйткені біздің мектептер дами берсін деп жатырмыз енді. 10-шы номердегі ойыншысы Кирилл Кемайкинді көрсетіп жатыр. Ал көпшілікте барыс жас ойын өткізе білді. Енді тең құрамда ойын болады қазір. Алғашқы минуттарды біз қарап жатырмыз енді қазір. Ну и с первых секунд Горняк отличается не совсем хорошим спортивным действием. Удален Михаил Слепухин. И в целом для Горняка меньшинство сложилось очень удачно, нет заброшенных шайб, но в любом случае опасные моменты у ворот Пахоленко уже были. По-хозяйски играют гости, пока ни одной очень острой атаки в исполнении подопечных Андрея Шевченко не было. Ну, вот вам и возраст, вот вам и 2006 год, очень резво, очень быстро играют столичные хоккеисты. Ну и на ваших экранах тренер команды Артем Каретников был. Помогает Андрею Шевченко не первый сезон. Брасывание снова выигрывает столичный коллектив. И снова начинают свою атаку. Опасный момент сейчас. Здорово! Какой хороший момент был у Рахимбека Мейрмана. Здорово. Пробивал сейчас в створ ворот и выручает свою команду очередной раз Дмитрий Пахоленко, уже не первый раз по ходу игры. Снова хорошая передача и снова здорово. Асанали Саркенов. Ну, подприжали сейчас гости хозяев. И уже не один, и не два, и не три опасных момента, которые можно было реализовывать, пока хозяева играют не совсем по-хозяйски. Все больше в обороне. И смена идет по ходу игры. Предыдущие матчи, которые были сыграны, сложились для команд по-разному. Один из опаснейших моментов мог сейчас быть. Вовремя угрозу нейтрализовали защитники Барыжас. И есть возможность выйти в контратаку. Быстро, смотрите, какое хорошее, прекрасное катание сейчас Савелий Потапов. И очередной раз Барыжас в атаке. Не проходит передача. И вот только сейчас удается выйти из своей зоны игрокам Горняка. Номер
Восьмой Руслан Утибаев, надежда команды. Очень активно Руслан играет во всех играх молодежки. И сейчас сегодняшний матч — это не исключение для Руслана. По-разному, повторюсь, сложились выездной матч и домашний матч у команд. Барыжас на своем льду принимал Алматы из одноименного города и уверенно одолел коллектив из южной столицы 6 числа со счетом 7-3 и 7 октября уже 6-2. Горняк гостил у Торпедо, Усть-Каменогорск, и, к сожалению, для Андрея Шевченко его коллектив проиграл дважды 6-2 и 3-1. Хочется, конечно же, уже чтобы рудинская команда обрела себя, обрела свой хоккей. Все-таки уже не первые игры сезона. И, по сути, сейчас уже можно показывать все, на что способны. Адаптационный период чемпионата уже прошел. Ну и, тем не менее, пока не очень много очков удается набрать. И если следовать статистике, которая уже была на ваших экранах, то у Барыжас 6 набранных очков, у Горняка 4 набранных очка после, собственно, 8 проведенных игр. Ну а статистика, которая говорит нам, что безостановочно команды уже играют чуть более 3 минут, скажет нам только о том, что команды заряжены на хоккей, на технико-тактические действия. И очень хочется, чтобы было меньше удалений и больше хорошего хоккея. Инспорт, казахстанский кабельный и спутниковый телеканал о спорте. Увлекательные, динамичные, яркие, незабываемые события казахстанского и мирового спорта. Телеканал Инспорт, весь спектр спортивного телевизионного контента. Я дрос бзде казер бренчики зене оте каупте жағдай гол бол жатыр бзде кім соққанын біз көре тұрармыз. Ал 22-ші номердегі Степан Петров. Я дрос 22-ші номердегі Степан гол соғып жатыр, өзінің мүмкіншілігін жақсы пайдалана алды, соққы жасады. Өзінің білегімен я екі аяқтың арасына соққы жасап кеткенін біз көріп жатырмыз. Ал енді рудныйлық Горняк алда, жас Барыс командасы енді әрине ұмтылыс жасайды, өйткені есепті теңестіру керек. Ал біз айтып жатырмыз, я дұрыс, қараңыздар, бір гол, үш ассистент, 4 ұпай жинап жатыр Степан. Өте жақсы есеп. Енді ашылып жатыр, жергілікті командасы алда. Әрине, айтады ғой, үйдегі қабырғалар да көмектеседі деп. Осындай нәтижеге енді Степан қол жеткізіп жатыр. Дмитрий да шығып жатыр осы шайбаға, қазір шығып жатыр шайба алаңнан. Ал алдағы ойынды Барыжас 7-ші қазанда өткізген болар. 6-да 2 Алматы командасын айқын басымдылықпен жеңген болар. Ал сол ойында екі рет бізде қазір бізде шағын ғана жарнама. Заряжай на своих париматч. Выигрывай бонусы и наслаждайся игрой. Поддержи своих. Скачивай приложение Parimatch или регистрируйся на сайте. Заряжай на своих в Parimatch. Қайта айтып кетейін, біз Рудный қаласындамыз. Горняк командасы енді жас, Барыс жас командасын қарсы алып жатыр қонақ ретінде. Ал мен айтып жатырмын, Барыс жас 7-ші қазанда ойын өткізген болар. Горняк командасының ойыншысы отырып жатыр енді. Давид Стенников. 2 минуттық штрафқа ие болған, тап болған деп жатырмыз. Әрине, осындай ережені бұзбау керек, өйткені Горняк командасы алға шыққасын, енді тәртіпті ойын көрсетіе білу керек, өйткені өзінің командасын осындай осал жағдайға қалдырып кеткенін Давид қаламайтын болған. Мүмкін, әрине, осындай жағдай жақсы емес енді. Ал мен әлі де айтып жатырмын, енді
Баржас осы алдағы ойында Алматы командасымен ойнаған болар. Айқын басымыз қазір өте қауіпті жағдай болды. 22-ші номиндегі Асанали Саркенов соққы жасаған болар. Көпшілікте 1 минут 20 секунд қалып тұр. Енді мен қазір сөз кезегін әріптесіме беремін. Вторая возможность у столичного коллектива поиграть в большинстве. И неожиданно для гостей, однозначно неожиданно, первую шайбу забрасывает Степан Петров, 22 номер. Горняк 1-0. И по ходу того, как развивались события первого периода, не очень-то уж и опасно было у ворот Абылайхана. И тем не менее, несмотря на то, что Горняк защищался и не выходил с опасными моментами к воротам Барыс-Жас, гол есть, гол зафиксирован. И уже теперь столичным парням придется догонять и забрасывать, соответственно, свою шайбу. Пока счет для хозяев очень и очень хороший, и игра складывается, возможно, даже по их сценарию. В целом чемпионат уже набрал свой темп, и нужно отметить, что во главе турнирной таблицы у нас находится Актобе, Барыс и Ястребы из Уральска. Первое, второе, третье место соответственно. У первого места 15 баллов, у второго 12 и у третьего места также 12 очков. Конечно, и тем, и другим нужно попадать в зону плей-офф. Это первостепенная задача. И если столичная команда – это очень молодой коллектив, напомню, скажу, что все игроки сегодня заявлены 2006 года рождения, то для Горняка, в составе которого 2003, 2004, 2002 год, конечно же, нужно уже себя проявлять. Довольно взрослые спортсмены, несмотря на то, что в молодежке. И, тем не менее, хочется, конечно же, побед игрокам. И хочется уже проходить дальше и дальше по турнирной таблице. И, собственно говоря, в раундах плей-офф. Три звена у Андрея Шевченко сегодня. И четыре звена у главного тренера Барыс-Жас Тимура Зарыкановича Иржепова. Ну вот сейчас уже после первых 10 минут Горняк начинает огрызаться и уже все больше уходит в нападение. Как ни крути, с составом из 17 человек, а у Горняка именно 17 человек на сегодня, в три звена, конечно же, не хотелось бы, чтобы команда Горняк удалялась, потому как известно всем, в меньшинстве очень и очень тяжело играть, когда у тебя короткая скамейка. Естественно, если ты еще и претендуешь на победу в определенном матче. Ну, а здесь уже впервые в этом матче игрок команды Барыс-Жас. Это у нас Карим Кажибеков. Присаживается отбывать свой штраф. И первая возможность для Горняка поиграть в большинстве. Удается пока оставить шайбу в зоне Барыс-Жаса. Не удалось закрыть синюю линию. И все начинается с самого начала. Вход в зону. Не удается сходу зайти к Горняку в зону гостей. И приходится возвращаться. В средней зоне встречает Барыс-Жас Горняк. Очень уверенно отбирает шайбу и даже атакуют, что привлекательно и что интересно. Остановки игры нет. Пахоленко передает шайбу партнерам. И пока не видно, за счет чего будет реализация большинства у Горняка. Высокий прессинг игроков Барыс-Жас силами Асанали Саркенова. И вот сейчас, да, шайбу трогать нельзя, дабы не было проброса. Здесь жалғасып жатыр көпшілік Горнякта, енді біз көріп жатырмыз. Бірақ Барыс-Жас өте жақсы қорғаныста және шабуылдап жатыр. Бізде қазір
қалыпты жағдай, 40 секунд қалып жатыр, шабуыл өшіп қалды. Біз көріп жатырмыз. Ал Инспорт, спорт туралы кабелдік және спутниктік телеарна. Біздің басты мақсатымыз спорт пен салауатты өмір салтын насихаттау. Телеарна Инспорт көрерменге спорттық теледидар контентінің барлық спектрін ұсынады. Айтып өтсек, бізде қазір, мен айтып жатырмын, көпшілік горняктың еншісінде. Өте қауіпті, мына жерде қауіпті жағдай тағы да 7-ші номердегі Илья Поскин. Осы Абылайханның жанында тұрған, және осы рикошетті күткен болар, сол рикошет келіп жатыр бізде қазір. Ал атап өтсек, осы горняк командасының құрамында ойнайтын Руслан Өтебаев 18-ші жылдан осы жас хоккей лигасында ойын көрсетіп жатыр. Осы 18-19 жылдағы маусымда өте жақсы көрсеткішке қол жеткізген. 9-7 ұпаймен осындай жақсы ойын көрсете білді. Қауіпті жағдай қазір Дмитрий орнында. Кім соққанын? Кирилл Болгов соққы жасаған. Барыс жас командасы әлі де шабуылдап жатыр. Бірақ горняк командасының шабуылдары аз болса да, бірақ өзінің мүмкіншілігін өте жақсы пайдалана алатын команда екенін білдіріп жатыр. Ал 19-20 жылдары 21 ұпаймен Руслан Өтебаев өте жақсы көрсеткішке тағы да тап болды. Өте тәжірибелі ойыншы. Біз көріп жатырмыз, тағы да барыс жас командасы өте көп соққыларды жасай біліп жатыр. Енді горняк командасы әрине қорғаныста өте көп күшін кетіріп жатыр. 20-21 жылдары Руслан Өтебаевтың енді тағы да біз осы ойындарын тағы да қауіпті жағдай. Өте көп 30-дан астам ұпай жинап жатыр. Абзал Алибек қазір бізде соққы жасаған. Абзал Алибек өте үздік ойыншы болып саналады барыс жас командасында. Біз көріп жатырмыз. Ал Дмитрий Пахоленко бізде өте жақсы ойынды көрсете біліп жатыр. Өйткені қорғаушылар ешқандай қорғаныс жасай алмай жатыр. Дмитрийдің жұмысы өте көп, біз көріп жатырмыз. Ал бізде Данил Волобуев ереже бұзған үшін отырып жатыр. 2 минуттық штрафқа. Өте көп горняк командасы ережені бұзып жатыр. Ол өте жақсы емес. Ондай нәтиже, ондай ойын керек емес деп жатыр енді Андрей Шевченко әрине. Өйткені қорғаныста біз білеміз, көп күшті кетіріп жатқан жағдай туындап жатады. Өйткені көп бізде жарнама. Бонустар ұтып ал да ойыннан ләззат ал. Өз командаңды қолда. Паримач қосымшасын жүктеп ал, немесе сайтқа тіркел. Өз командаңа Паримачта ұтыс тек. Первый период. Паримач Жас хоккей Лига Сы. Горняк Барыс Жас. И счет на табло верный. Очередное удаление силами Данила Волобуева, капитана команды Горняка. И третий раз пробуют свои силы в большинстве столичные парни. Рвется сейчас вперед Ишин. Горняк. Помогает ему Буб. Высокий прессинг, несмотря на то, что в меньшинстве. И не удается закрепиться в зоне гостям. О, какой хороший был перехват в исполнении Буба. Не удалось ему зафиксировать шайбу. Могло бы очень-очень опасно получиться. И вот только сейчас гости поймали себя в расстановку. Зафиксировались и уже разыгрывают свою очередную комбинацию. Успевает закрыть синюю линию Нурислам Зияш. И игра высоко поднятой клюшкой. Если мы правильно понимаем главного судью. И сейчас будет вбрасывание у ворот
Дмитрия Пахоленко. Продолжает Горняк играть в меньшинстве. Хорошая убойная позиция. Здорово сейчас. Очень прекрасный бросок. Алексей Трегубов исполнял. Зрячий, хороший. Четкий бросок. И не особо тяжело меньшинство проводит Горняк. Вовремя нейтрализуют атаки соперника и контролируют шайбу. Крадут драгоценное время для гостей. Вынуждены гости начинать из-за ворот. И длинными передачами быстро входят в зону. Опасный момент. Бросок. Мог сейчас подставить клюшку Потапов. И уже сейчас, конечно же, не поняли. Сейчас Утибаев и Волобуев друг друга. Могло быть очень и очень опасно. И срочно в оборону защищать ворота. Хорошая была убойнейшая позиция у Болгова. Также не смог зафиксировать шайбу Болгов. И остается сыграть в первом периоде чуть больше 3 минут. Вот и Горняк сказал свое слово. Горняк, который играет намного активнее, нежели первые 5 минут. И сейчас приятно посмотреть за подопечными Андрея Шевченко. Уже по-хозяйски они себя ведут. Хороший перехват Утибаева. Ну, могла быть хорошая комбинация. Не доходит шайба до Утибаева сейчас. Здорово было сыграно. Пархоменко с Утибаевым в паре могли сейчас организовать второй гол. И пока уже очень-очень жарко у ворот Абылайхана Талиубая. Подутихли атаки столичной команды, чем и пользуются хозяева. Бізде қазір осындай оқиғалар болып жатыр. Екі жақтында алма-кезек шабуылдары болып жатыр. Ал біз айтқандай, бар жас командасы өте жас балалардан, жігіттерден құрастырылған деп жатырмыз. Өйткені әрине астаналық команда болғасын, әрине мектептері де балалары да көп болғасын. Енді мына жерде қауіпті соққы болды, бірақ соққы қақпадан тыс кетіп жатыр. Қазір 10-шы номердегі ойыншы қуғында болып жатыр. Ол Кирилл Кемайкин. Мына жерде Баржас командасының шабуылы, бірақ шайбаны шығарып жатыр өзінің алаңынан. Біз көріп жатырмыз. Иә, шайбаға талас. Кемайкин өзінің ойыншыларын көрмей жатқандай болып жатыр Горняк командасы. Ал одан бұрын гол соққан Петров Степан болған, оның ассистенті Илья Китанин. Әрине осындай екі жақсы ойыншы болғасын. Енді қазір біз шабуылды көріп жатырмыз. 2-1 ойыншы, бірақ Абылайхан орнында 17-ші номердегі ойыншы Илья Ишин ашық қақпаға соға алмай жатыр. Енді осы шайбаны біз көріп жатырмыз. Абылайхан да өте көп жұмыс атқарып жатқанын біз көріп жатырмыз. Ал Горняк командасының статистикасын көрсетіп жатыр Артем Буб. 10 ұпаймен алда келе жатыр. Ең үздік ойыншы болып саналады осы құрамда Горняк командасында. Біз айтып жатырмыз, осы екі мектептің арасындағы бәсекеде Баржас командасы өте жақсы көрсеткішке ие болып жатыр. Әрине Горняк командасы осал емес деп жатырмыз, бірақ шабуылдары сәл ғана баяу. Ойында баяу қазір болып кетті. Баржас командасы өте жақсы көрсеткішке ие болып жатыр енді қазір. Тағы да төрешілер сықырғы болып жатыр бізде. Таяқпен іліп алған үшін өзінің қарсыласын Баржас командасының ойыншысы отырып жатыр. Артем Шарапов. Иә, ұстап қалған үшін таяқпен 2 минуттық айыпталу минуттарын алып жатыр.
Енді Горняк командасы өзінің көпшілігін көрсете білем екен, біз көре тұрармыз. Ал Барыжаз командасы алдағы ойында өзінің көпшілігін өте жақсы пайдалана алды. Өткені екі рет көпшілікте гол саққан Алматы қаласының командасына. Ол өте жақсы көрсеткіш жас болғанымен. Сергей, как ты думаешь, вот смотри, астанинская команда, все одного года возраста рождения, так скажем, это возможно, что есть неплохие ресурсы, да, соответственно, большой город, большие возможности, да? Ну, однозначно, если учесть, что в чемпионате играет и Барыс, и Астана, и Барыс-Жас, то есть это, ну, однозначно говорит только об одном, ресурс очень и очень большой. И то, что команда 2006 года рождения, это значит, ДЮСШ и коллективы спортивные работают в нужном направлении, растят хорошее поколение хоккейное. И мы прекрасно видим, что 2006 год рождения из Астаны ничем практически не уступает своим более старшим соперникам. Ну и таким образом закончился первый период, счет 1-0. Впереди Горняк. Ждем второго, ждем третьего периода. Интересный хоккей наблюдаем в исполнении молодежных коллективов Горняка и Барыс-Жас. До встречи во втором периоде. Назарларыңызда бейне қайталау. Ойынның бірінші бөлігі өте тартысты басталды. Алматы командасында гол соғатын көптеген мүмкіндіктер болды. Және осы сәтте алғашқы голда қақпаға еніп кеткен. Әлмир Хоразбаевтың бастаған шабуылы және Асанәлі Саркеновтың пасынан кейін Рахымбек Мейірман Барыс-Жас командасының алғашқы есебін ашты. Ойынның небәрі 10-шы минуты болған. Тамаша пас және жылдам соққы. Нәтижесі гол. Алматы командасының бұдан кейінде қарсы шабуылдары өте көп болды. Сондай бір шабуылдардың бірінде есепті теңестірген ойыншы Максим Бауэр. Ақтан Бахитжановтың пасынан кейін тамаша қақпаға бірден шайбаны сырғытып, қақпа кілтін таба білді. Осылай есепті теңестірді ойынның 14-ші минуты болатын. Артынша шабуылда шапшан қимыл көрсеткен Алматы командасы мүмкіндіктерін пайдаланбады. Ал ойынның 24-ші минутында біз Барыс-Жастың кезекті бір голына куә болғанбыз. Оған дейінде алматылықтарың алыстан жасаған соққылары болды. Неке қақпашымен бет-бет шығатын сәттер де болды, бірақ шабуылшылар мүмкіндігін пайдаланбай, артынша сандарын соғып қалған. Я, бұл Барыс-Жастың 24-ші минутта соққан екінші голы. Савелий Потаповтың пасынан кейін Тамерлан Манажанов есепті 2-1-ге жеткізген. Тамаша шырайын алып жүріп Тамерлан әдемі голда соққан еді. Пасты берген Савелийдің еңбегінде айтып өткеніміз жөн.
Осыдан кейін Барыс басымдылықты өздеріне толығымен ала білді. Ойынның 29-шы минутында Асанәлі Саркенов есепті 3-1-ге ұлғайтты. Мстислав Шиплиннан пас қабылдап алған Асанәлі қақпаға бірден соққы бақтап, қарсылас қақпашы Рудковский Иваннан айласын асырып кетті. Артынша Баршас командасы кезекті шабуылдарда жиі өнер көрсетті. Өте қарбаласқа толы сәттер болды. Бұл сәтте қараңыздар. Шайба үшін жан алысып, жан беріскен сәттер. Және ойыншылардың тәртіп бұзуы. Я, қос команда 3 ұпай үшін барлық күшігерін көрсете білді бүгінгі ойында. Бұл Мстислав Шипелиннің соққан гола. Ойынымыздың 33-ші минуты. Асанәлі Саркеновтен пас қабылдау алған Мстислав есепті 4-1-ге ұлғайтты. Шында да Асанәлі екеуі өте керемет дуэт орнатты. Және өз командасы үшін жеңіс алып келді. Алматы командасы осыдан кейін де үн қатты. Бұл Қайрат Диас қақпаға әдемі соққы бағыттап есепті 4-2-ге қысқартты. Шабуылды бастап берген Ақтан Бахитжанов және Әлім Айтқалиев екенінде айтып өтейік. Мінекей бас бірден соққа және 4-2-ге қысқартқан есеп алматылықтар үшін үміт отын жаққандай болды. Керемет жойқын соққа, я қақпашы қайтар алмайтына сөзсіз еді. Бұдан кейін Баршас командасы ойындарын тізгінге алды. Және 44-ші минутта Алексей Трегубов есепті 5-2-ге ұлғайтты. Шабуылды бастап берген Нұрислам Зияш еді. Романның пасынан кейін осындай нәтиже тіркелді. Тамаша шабуылдар және бүгінгі ойындағы 5-ші голды соққан Алексей өз командасы үшін үлесін қосты. Баршас командасы кезекті голы. Бұл ойынның 48-ші минутында Савелий Потаповтың соққан голы еді. Оған паста тамаша шығарып берген қақпашымен бет-бет шығуға мүмкіндік сыйлаған Нұрислам Зияш пен Асанәлі Саркенов болды. Ойын осылайша 6-2 есебімен қорытындыланды. Бұдан кейін де қауіп сәттер орын алды, бірақ ешқандай нәтиже өзгеріс орын алмады. Неке жас Барыстың осы қақтығысқа түскен сәті. Бейірманның 4 минутқа осы мұзайдынын тастап кетуге мәжбір болған кезі. Алматылықтарды шайбаны ұстау кезінде таяқшемен кідіртуде болды. Және жылдам соққылар, бірақ қақпашы Шестаков бүгінгі ойында тамаша өнер көрсетіп өз командасына үлесін қосты. Құрметті көрермендер, сіздермен болған Ернұр Дүйсенғазы және Сергей Янабаев келесі эфирлерде жүздескенше.
Ну что ж, в ожидании второго периода противостояния Горняк-Барыжа статистика на ваших экранах. И в целом она на стороне столичной команды. И тем не менее, тот случай, когда статистика не говорит о результате, потому как Горняк после первого периода выигрывает со счетом 1-0. Единственная заброшенная шайба в первом периоде принадлежит Степану Петрову с передачи Ильи Китанина. Удаление. Мы видим 6 на 4 минут. Была возможность у тех и у других поиграть в большинстве. Никаких дивидендов из большинства ни тот, ни другой коллектив не извлекли. И единственное, что, пожалуй, было очевидно, это то, что команды тратили силы на то, чтобы поиграть в меньшинстве. И в случае с Барыжас, где коллектив намного моложе и состав чуть-чуть подлиннее, то для Горняка это может все-таки в конце этого матча сказаться, потому как силы не бесконечные. Горняк, который начал период очень и очень спокойно, первые 5-7 минут провел в основном в глубокой защите, отбивал напор столичной команды, и ничто не предвещало беды у ворот голкипера Абылайхан Толеубая Барыжас. И тем не менее Петров забивает первую шайбу, и дальше Горняк почувствовал запах крови, почувствовал силы и ринулся вперед, и атаковал. Неоднократно было опасно у ворот Абылайхана. И тем не менее, пока только одна заброшенная шайба. Хватало работы и у Пахоленко. Был он в этом периоде, в первом, чуть получше своего визави. В любом случае, команды появляются на льду, и нас ждет второй период. Паримач ЖАС Хоккей Лига СЫ. Горняк Рудный. Барыжас Астана. Я біз екінші кезеңге оралып жатырмыз. Дмитрий Пахоленконы сізге көрсетіп жатыр. Дмитрий Пахоленко бірінші кезеңді құрғақ есеппен аяқтаған болар. Ал оны айта алмаймыз Абылайхан туралы. Өткені бір гол өткізіп жатыр өзінің қақпасына. Степан Петров гол соққан болар, оның көмекшісі ретінде шыққан Илья Китанин. Сонымен бірінші кезең бізде 1-0 есебімен аяқталған. Ал енді біз күтіп жатырмыз осы екінші кезеңнің басталуын. Көріп жатырмыз, екі құрам дайын тұр, бестік шығып тұр. Енді осы статистика жағынан айтып кетсек, Барыжас командасы жас болғанымен 8 рет мүмкіншілік болған осы командада соққы жасаған деп жатырмыз. Ал Горняк командасы 5 рет соққы жасаған. Ал енді осы шайбаны ойынға енгізу негізінде 10 рет Барыжас айқын басымдылықпен ұтып жатыр. Осы жағдайда көпшілікте және кемшілікте гол соғылған жоқ деп жатырмыз. Ал айыпталу уақыттары бойынша Горняк командасы 6 минут 3 рет енді ережені бұзған үшін отырып қалған болар. Әрине, осындай жағдай Горняк командасының құрамынан шыққан әлекет деп жатырмыз. Ол жағдай жақсы емес, өйткені көп айыпталу минуттарынан әрине өзінің командасын кемшілікте қалдырып жатыр. Әрине, Барыжас командасында өте көп мүмкіншіліктер, гол соғатын мүмкіншіліктер дейміз, пайда болады. Көп деген Барыжас командасының ойыншылары алыстан соққы бағыттап жатыр қақпаға, бірақ Дмитрий Пахоленко ешқандай нәтиже беріп жатқан жоқ. Ал Қазақстан Хоккей Федерациясының титулды демеушісі Паримач, Паримач ойнайтын олар, женетін сен. Паримач Қазақстандағы номер бірінші онлайн букмекер деп жатырмыз біз. Ал енгізу нүктесінде Горняк командасы алып кетіп жатыр шайбаны, бірақ Барыжас осы қожайындарын алаңына өте жақсы жайғасқан және шығармай жатыр шайбаны қожайындарын алаңынан. Тағы да мен айтып жатқандай, алыстан соққы бағыттап жатыр.
Роман Большедворский соққы жасаған, бірақ Дмитрий орнында. Қазір мына жерде төрешілер ысқырығы. Әрине, қазір аяқты іліп алған үшін таяқпен жазаға айыптайды. Қазір екі бірдей ойыншы отырып жатыр. 13-ші номердегі Абзал Алибек керек емес жағдайда, керек емес үзіндіде деп жатырмыз. Ережені бұзып жатыр. Илья Китанин алдыңызда, және 97-ші Альмир Оразбаев шығып жатыр. Ал параллельді ойындарды айтып кетсек, бізде параллельді ойында Мұнайшы мен Торпедоның арасында есеп 2-1 болып жатыр деп жатырмыз қазір. Петров шайбамен ұмтылыс жасап жатыр. Әрине, Петров тағы да бақты сынауда. Тағы да біз айтып жатырмыз, өте қауіпті жағдай. Пас 28-ші соққы 93-ші номердегі ойыншы соққы жасаған. Ол бізде Берген Жусупов. Корняк командасын тағы да қорқытып жатыр. Қауіпті жағдай, екі жақтан да соққы келіп жатқанын біз көріп жатырмыз. Илья Китанин болған, мүмкін соққы жасаған. Және Әділхан Сертаев осы өте жақсы алданыс алдап тұрған соққыны жасайым деп көрсеткен Берген, бірақ содан кейін беріп жатыр Илья таяқшасына. Илья бірақ түсірмей жатыр қақпаға. Иә, қысым көрсетуде қазір Горняк командасы. Өте қауіпті жағдай. Барыс Жаз командасы қорғаныста. Тағы да Берген. Өте қауіпті соққы, жойқын соққы деп жатырмыз. Берген тағы да шайбамен. Данил Волобуев ассистент ретінде шығып жатыр қазір. Бірақ шабуылдары өшіп қалған болар. Өте қауіпті үзінді болды Барыс Жаз командасында. Әрине, осындай көпшілік ол өте қауіпті болады. Қорғаныста көп күштері кетіп жатыр. Өте пас өте жақсы болды, бірақ қорғаныста өте жақсы болып жатыр. Руслан Утибаев берген пасты, бірақ Барыс Жаз командасының ойыншылары оны ұстап қалып жатыр. Шабуылдары өшіп қалған. Енді 20 секунд көпшілікте. Шайба қонақтардың алаңында болып жатыр. Иә, қазір осындай қорғаныс көрсетіп жатыр бізге ойыншылар. Ну и уже ответная атака в исполнении Барыс Жаз. Пахоленко на месте. Хорошая атака. Ну и удалось Горняку поиграть пятером против троих игроков столичной команды. Ничего результативного из этого не получилось, но сам факт того, что возможность была, это уже неплохо для подопечных Андрея Шевченко. Ну и на ваших экранах 13-й номер, Абзал Алибек. Ну и вот статистика: Абзал Алибек, Асанали Саркенов и так далее. Самые результативные игроки. Вбрасывание у ворот Дмитрия Пахоленко. И игра идет довольно уверенно на встречных курсах. Несмотря на то, что в меньшинстве играл Барыс Жаз, в любом случае очень хорошо себя проявили. Но здесь снайперы Горняка. Поскин, Буб, Китанин, Волобуев, Жусупов. Те, на кого возлагаются большие надежды в штабе местной команды. Ну и очень приятно, что Горняк не отсиживается в обороне, так как начинал он первый период. И сейчас уже о чем-то доносит свое видение игры лайнсмен Вячеслав Сбродько. И сейчас все определятся, что произошло. А произошло удаление.
Ну и за подножку Абзал Алибек присаживается у столичной команды. Второе удаление в этом периоде у гостей. И очень-очень нехороший знак для Тимура Зарыкановича Ержепова. Все-таки его подопечные пока немного недисциплинированы. Ну, зато Горняк имеет возможность отрабатывать большинство. И количество не перерастает пока в качество. В любом случае, в большинстве получших. Здорово сейчас по воротам Кемайкин. Волобуев, извиняюсь, Данил Волобуев. Но на ваших экранах хорошо вывели его на бросок. И удар по воротам был очень-очень хорошим. Бросание у ворот Абылайхан Толюбай. По количеству вбрасываний в первом периоде 10 выигранных вбрасываний было у Барыжжас и всего 2 у хозяев. Довольно успешны были гости в этом компоненте. Ну и продолжается большинство для Горняка. К сожалению, пока. И очень опасно, на какой хорошей скорости сейчас выбегал Ратимир Трифонов. Здорово, какое хорошее катание. Резко, быстро. И, собственно говоря, силами Пахоленко сейчас эта атака остановилась, потому как не выйдет Дмитрий из ворот. Здесь уже было бы очень-очень опасно. Встретился бы он один на один с Ратимиром. И кто его знает, как бы развернулась уже ситуация в этом моменте. Здорово, Дмитрий Пахоленко. И хорошая какая атака! И гол! Горняк, здорово! Передача Ильи Поскина. Это мы четко видели. И сейчас посмотрим повтор. Увидим игрока, который записывает шайбу на свой счет. Смотрим еще раз. Да, все верно. И 28 номер Илья Китанин. Здорово, Поскин. Зрячая, хорошая передача. И здесь ничего не оставалось Китанину, как, собственно говоря, и заброшенная шайба. Илья Китанин, здорово, поздравляем. Ну что ж, 2-0. И Горняк во втором периоде уже имел возможность и, собственно, отличился. Я Руднылық Горняк командасы есепті артырып жатыр. 2-0 есеп қазір. Горняк командасы көпшілікте гол соққан болар мүмкін. Қазір оны көре тұрармыз біз. Уақытты көрмей қалдым мен. Ал бізде голдың авторы Илья Китанин. Одан бұрын Илья Китанин Степан Петровтың ассистенті болған. 2 ұпай жинап жатыр Илья. Өте жақсы көрсеткішке қол жеткізді Илья бізде қазір. Ал оның қазір өте қауіпті жағдай. Өте қауіпті 19-шы номердегі ойыншысы Қажыбеков Карим мүмкін осындай соққы, осындай шабуыл ұйымдастыра алды. Қазір енді алма кезек шабуылдар өтіп жатыр. Руслан Утебаев өзінің бағын сынауда, бірақ Абылайхан Төлеубай өте жақсы қайтарып жатыр. Және шайбаны ұстап қалып жатыр өзінің қолында деп жатырмыз. Руслан Утебаев біз білеміз. Екі құрамда да ойнайды. Негізгі құрамда Горняк командасының сатысында ойнайды. Және екі келісім шартқа қол қойып жатыр. Руслан Утебаев өте үздік ойыншы осы жас хоккей лигасында деп жатырмыз біз. Енді осы Горняк командасының құрамының үздік шабуылшысы болып айта кетсек осылай болады. Қателік болмайды деп жатырмыз. Бізде мына жерде жас Барыс командасының шабуылы болған кезінде Горняк командасының ойыншылары ережені бұзып жатыр. Тағы да керек емес жерде осындай айыпталу итерген үшін айыпталады енді қазір. Горняк командасының қорғаушылары дейміз. Енді бар жас командасы мен айтып кетейін. 20-21 жылдағы маусымда ең жас команда болып кіріп жатыр.
Михаил Слепухин тағы да екінші рет ережені бұзып жатыр осы ойында. Бірінші кезеңде де ереже бұзған Михаил енді қазір де айыпталу аймағына кіріп жатыр. Енді көпшілікте Барыс Жас, әрине ол мүмкіншілік, әрине ол гол соғатын мүмкіншілік болады. Сондықтан да бізде қазір Барыс Жас командасының біз көріп жатырмыз шабуылын. Жайғасып жатыр қожайындарын алаңда. Ия өте қауіпті жағдай, 13-ші номердегі ойыншылар Алибек Абзал бастаған соққыны қайтарып жатыр Дмитрий Пахоленко, бірақ одан кейін қайтарып жатқан шайбаны өзі де Алибек Абзал қайтара соққы жасап. Қараңыздар, пас Абзал соққы жасады, тағы да содан кейін Перкиннің артынан атылған шайбаны тағы да екі қайтара соққы жасап жатыр Абзал. Енді есеп 2-1. Өте қауіпті жағдай жасай білді, көпшілікте өте жақсы пайдалана алды. Сергей еще раз доказывает Барыс Жас, что может очень хорошо играть в большинстве, потому что в игре с Алматой они также реализовали два большинства. Да, умеют, и наконец-то уже есть заброшенная шайба у гостей. Здорово, очень динамичная игра, есть заброшенные шайбы, и тем интереснее нам будет посмотреть, насколько нам правильно показали, это был Абзал Алибек. Отметился заброшенной шайбой, да, спас от первого броска Дмитрий Пахоленко, и, к сожалению, уже не смог во втором справиться со вторым броском соперника Дмитрий, и уже сейчас Барыжас наказал защитников Горняка за то, что не совсем четко они зачистили этот пятак, не смогли помочь своему голкиперу. В любом случае, уже две заброшенные шайбы во втором периоде. Это очень-очень хорошо, хорошая результативность. И сейчас не удалось произвести бросок Манажанову. В полных составах играют оба коллектива. И довольно живо сейчас играют гости после заброшенной шайбы. Хотят они во что бы то ни стало увеличить количество заброшенных шайб. Конечно же, сравнять счет. Ну и понятное дело, что победить. Открыт бокс для штрафников. И сейчас мы увидим, кого нам сюда привезут. Реклама. Өз командаңа пари матчта отостек. Бонустар отып ал да ойыннан ләззат ал. Өз командаңды қолда. Пари матч қосымшасын жүктеп ал, немесе сайтқа тіркел. Өз командаңа пари матчта отостек. За нарушение численного состава сейчас штраф отбывает Артур Бекситов. Ну и хочется сказать, что дисциплина пока во втором периоде хромает у команд. И Михаил Слепухин, который второе удаление в этом матче получил, собственно говоря, именно поэтому было реализовано большинство силами Абзал Алибек, и ассистировал ему Асанали Саркенов. Два большинства. Одно большинство реализованное у Горняка и одно большинство реализованное у Барыс Жас. Барыс Жас сейчас играет в меньшинстве. Ну и что это, как не шанс для Горняка. Сдвинутые ворота. Будет ли или не будет наказан сейчас за это действие кто-либо, мы узнаем. Тем не менее... Довольно живо сейчас. Я думаю, что, конечно же, в перерыве Тимур Ержепов нашел слова для своих подопечных. И это очень и очень заметно, потому как гости заиграли совсем в другой хоккей. И если в первом периоде брали штурмом, во что бы то ни стало, старались затолкать хозяев к
их воротам, то уже во втором периоде это более качественный, интересный хоккей с передачами и, собственно, технико-тактическими действиями, что не может не радовать. Горняк уверенно располагается сейчас в зоне гостей. Смотрим, кого выведут на бросок. Бросал по воротам сейчас Берген Жусупов. 93-й номер. Снова Горняк с шайбой. Еще одна. Наброс на ворота. И уже в дело вступает Абылайхан Талеубай. На ваших экранах сейчас Дмитрий Пархоленко. 97-й номер. Титульный спонсор Казахстанской Федерации хоккея «Паримач». «Паримач» играют они, побеждаешь ты. «Паримач» онлайн-букмекер номер один в Казахстане. Еще раз вашему вниманию повтор момента. Я көпшілікте Горняк командасы өте жақсы соққылар жасап жатыр. Дмитрий Пархоменко да және Берген Жусупов та соққыларды жасап жатыр екі жақтан. Бірақ қорғаныс әдемі барыс жас командасынан. Көрсеткен өте қауіпті жағдай. Тағда 10-шы номердегі Кимайкин. Енді тексеріп жатыр Абылайхан орында мекен деп. Осындай соққыларды жасап жатыр. Бірақ Абылайхан жақсы ойнап жатыр. Қазір екінші кезеңді, әлі екінші кезеңде гол соғылған жоқ осы қақпашының аймағына. Біз көріп жатырмыз, Данил Волобуев шығып жатыр. Өте қауіпті тағда Горняк командасы қысым көрсетуде. 17-ші номердегі Илья Ишин да қақпаның алдында болған. Жоқ, шығып кетті. Қазір шайба алаңнан қысым көрсетіп жатқан кезінде Горняк командасы жоғалтып жатыр шайбаны. Тағда құрастыру керек шабуылды. Кирилл Кимайкин шайбаға таласта өте жақсы. Қазір өте жақсы ашық алаңға шайбаны тастап жатыр. Бірақ мына жерде тағы да сқырық болатын шығар. Жоқ, болмайды. Екінші кезеңде жалпы екі құрамның ойыншылары көп ережені бұзып жатыр. Мүмкін жас болғандықтан бір-біріне мінез көрсетіп жатқан шығар екі жақтың да ойыншылары. Әрине негізгі құрамға қарағанда бұның жылдамдықтары онша емес. Өте қауіпті қазір лақтырыс болды Горняк командасының қақпасының алдында. Бірақ қорғаушылар алып жатыр шайбаны. Қазір тағы да Горняктың құрам еншісінде болған шайба. Бірақ шайбаға таласта барыс жас тағы да алда. Қауіпті жағдай. Соққы болды, бірақ қорғаушылар өзінің денесімен жауып жатыр шайбаны. Қақпасын дейміз. Есеп 2-1. Өте қауіпті тағы да жағдай осы Дмитрийдің алдында. Шайба, бірақ қорғаныста Горняк денемен жауып жатыр қақпаны. Деп жатырмыз. Басымдылық көрсетуде қазір өте қауіпті тағы да жағдай болды. Бірақ 95-ші номердегі Артем Шарапов осы соққыны қайтарып жатыр. Қайтадан шабуылға. Алма кезек шабуыл болып жатыр. Көпшілік бітті. Қазір екі құрам толық құраммен 5-5-пен ойнайды дейміз. Ал айтып кетсек, Горняк командасы осал емес. Әрине, бірінші кезеңнен бастап өте жақсы шабуылдарды ұйымдастыра алды және осындай жетістікке қол жеткізіп жатыр. Екі гол соғып жатыр. Өте жақсы көрсеткіш дейміз. Өйткені барыс жас командасы мүмкін осындай жылдамдықты. Өте жақсы Руслан Утебаев. Бірақ тағы да қайтара соққы. 11-ші номердегі Давид Стенников болды. Мына жерде шағын ғана арашалап жатыр төбелестен кейін төрешілер. Ал Стенников әрине Руслан Утебаевтың бастаған шабуылды жалғастыра алды. Бірақ Абылайхан Төлеубай
қараңыздар. Өте жақсы шайбаны ұстап қалып жатыр. Және Стенников осы Аблайханның артынан да келіп жатыр. Ал инспорт, спорт туралы кабельдік және спутниктік телеарна. Біздің басты мақсатымыз спорт пен салауатты өмір салтын насихаттау. Телеарна инспорт көрерменге спорттық теледидар контентінің барлық спектрін ұсынады. Осындай біздің ойынға қосылыңыздар, қараңыздар тікелей эфирден қарап, осындай нәтижелі ойындарды тамашалаңыздар деп шақырамыз біз. Барыс жас командасы осы Астанадан келген жас команда жалғыз емес, одан Астана да бар, және жайғана Барыс бар. Бірақ Барыс жас командасы ең соңында қалыптасқан команда, ең жас команда деп жатырмыз. Бірінші кезеңде, бірінші маусымда тағы да қауіпті жағдай, бірақ Дмитрий Пахоленко өте жақсы қорғаныста болып жатыр. Алибек Абзал тағы да тексеріп жатыр шапшандығын, Дмитрийдің шапшандығын тексеріп жатыр. Бірақ Дмитрий өте мықты қақпашымын деп көрсетіп жатыр. Сейф жасап жатқанын біз көріп жатырмыз. Хороша сейчас возможность для взятия ворот была у Абзал Алибек. Не стал он сближаться с Дмитрием Пахоленко. И Дмитрий парировал этот бросок. Продолжается второй период. Меньше половины остается сыграть во втором периоде. Игра на встречных курсах. Хороший, интересный хоккей и две заброшенные шайбы во втором периоде. Говорят нам о том, что это еще не финал. Оба коллектива стараются искать свое счастье в атаке. Ну и есть у нас параллельные матчи. Мунайши, город Павлодар, принимает на своем льду Торпедо Усть-Каменогорск. Пока Торпедо впереди по ходу второго периода 4-1. Ну и вечерняя сессия будет ознаменована двумя матчами. Ястребы из Уральска будут принимать Астану из города Астана. Ну и атырауский Жас Батыр будет принимать на своем льду карагандинский Кыран. У нас счет 2-1. Напомним, что вторую шайбу для горняка забрасывает Илья Китанин с передачи Илья Поскина Берген Жусупова. Также большинство реализовывает эта бригада. И отвечает реализованным большинством Абзал Алибек с передачи Асанали Саркенова. И пока коллективы играют без удалений. Остается сыграть чуть больше 7 минут. И сейчас намного активнее в атаке уже действуют столичные игроки. Закрепились в зоне гости. Наброс на пятак. В надежде, что кто-то из партнеров поддержит это начинание. Не удается шайбе покинуть зону. И сейчас возможен опасный момент у ворот Пахоленко. Но пока все ограничивается поиском адресата. Адресат найден. Алексей Трегубов, номер 17. Не удалось Алексею попасть по шайбе. И продолжается атака Барыс-Жаса. Довольно продолжительное время находится шайба в зоне горняка. И такое ощущение, что горняк играет в меньшинстве. Снова наброс. Артем Шарапов набрасывал в поисках удачи и счастья. И действительно есть ощущение, что горняк в меньшинстве. Прижались хозяева к воротам. И вот только сейчас шайба покидает зону горняка. Хороший отрезок сейчас проводят гости. Снова атака в зоне горняка. И снова Барыс-Жас довольно активно сейчас
3,5 минуты без остановок играют команды. Спасибо режиссерам, которые нам подсказывают. И Барыжас летит вперед. Не успевает к шайбе сейчас Ратимир Трифонов. И на ваших экранах Адильхан Сертаев. Реклама. Заряжай на своих Паримач. Выигрывай бонусы и наслаждайся игрой. Поддержи своих. Скачивай приложение Паримач или регистрируйся на сайте. Заряжай на своих Паримач. Екінші кезең 2 минут 50 секунд қалып жатыр бізге аяқталуына. Енді айтып кетсек, екі құрамның ойыншылары өте жас, және бар жас командасының ойыншылары одан да жас, 2006 жылғы деп жатырмыз біз. Ал бірінші маусымын осы бар жас командасы 2001-2002 жылдағы маусымда бастаған болар деп айтып жатырмын мен. Одан 4-ші орыннан плей-офф кезеңіне кірген болар, және ақтөбелік командасына, құрамасына 5 ойыннан ұтылып шығып кетті осы плей-офф кезеңінен. Өте жақсы жетістікке бірінші маусымнан қол жеткізген команда. Сондықтан да амбициясы мол команда болып есептелінеді. Ал Горняк командасы қазір қорғаныстан шығып жатыр. Өте қауіпті жағдай. Гол! Руслан Утибаев, ең үздік ойыншы. Өзі жалғыз алыс дистанциядан дейміз пас қабылдап, борттан жақындап келіп, ойыншыны алдап кетіп дейміз. Ия, қараңыздар, өте жақсы. Екі ойыншылардың арасынан соққы жасап, Абылайхан Төлеубайдың екі аяқтың арасына гол кіргізіп жатыр Руслан Утибаев. Біз білеміз, Руслан Утибаев негізгі құрамда да өте жақсы ойын көрсете алып жатыр, өте жақсы тәжірибе алып жатыр. Негізгі неден бір гол, үш рет ассистент ретінде ойын көрсеткен деп жатырмыз біз. Енді енгізу ортадан басталады ереже бойынша, біз айтып жатырмыз. Мүмкін біреу ассистент болып ретінде жазылады екен, бірақ бізде есеп қазір 3-1. Жаңа бастаған үзілістен кейін атылған осы шайбаны Руслан Утибаев ұстағала өте жақсы гол соғып жатыр деп жатырмыз біз. Ал айтып өтсек, бізде Илья Лигай бұрын Горняк командасының құрамында осы қақпаны қорғаған болар, бірақ бүгін Илья Лигай жоқ деп жатырмыз біз. Әрине, Дмитрий Пахоленконың енді мүмкіншілігі туындап жатыр осы қақпаның қорғайтын мәселесі. Енді қазір өте қауіпті жағдай. Дмитрий Пахоленко басымен де соққыны қайтарған болар. Өте қауіпті соққы болды. Тағы да Руслан Утибаев. Өте қауіпті, бірақ Абылайхан қорғаныс таба алды осы қаруға дейміз, Русланның қаруына. Өте қауіпті жағдайлар туындап жатыр. Қорғаушылар өткізіп жатыр Русланды. Руслан әрине өте жылдам қозғалатын ойыншы, сондықтан қорғаныста оған да жылдам қорғаушыларды табу керек деп жатырмыз біз. Ну что ж, Утибаев, заброшенную шайбу вы его видели. Утибаев, передача. Что сейчас творит Руслан? Буквально злой гений для Барыжас. Забросил шайбу, был близок еще одной заброшенной шайбе, сейчас отдавал передачу. Очень здорово, мастеровито Руслан проводит сегодняшний матч. Приятно посмотреть. Вспомним заброшенную его шайбу. Обыграл защитника и беспрепятственно поражает ворота Абылайхана Төлеубай. Ну и здорово, здорово действительно было сыграно. И передача, длинная передача практически через всю площадку Бергена Жусупова.
выводят Руслана на убойнейшую позицию, и не смог Абылайхан парировать этот бросок. Таким образом, счет пока у нас 3-1. Остается сыграть 4 минуты с небольшим. И очень и очень интересно, хотя казалось, что после заброшенной шайбы Барыжас поймал свою волну хоккейную и сейчас будет додавливать. Этим они и занимались, но, к сожалению, не позволил это им сделать Дмитрий Пахоленко, который пока четко стоит в створе ворот Угорника. И ответочка прилетела длинной передачей Жусупова. Браво, Утибаев. Отличный бросок. Ну и, в принципе, его действия, которые заслуживают на данный момент уважение. Инспорт, казахстанский кабельный и спутниковый телеканал о спорте. Множество увлекательных, динамичных, ярких, незабываемых событий казахстанского и мирового спорта. Инспорт – лучшее из мира спорта. Продолжает Горняк отбиваться. И продолжают гости нагнетать ситуацию у ворот. Пахоленко самостоятельно собирался это сделать. Трегубов. Не совсем получилось. А здесь уже контратака сорвалась у Горняка. Самостоятельно сейчас всех накручивает Буб. Артем сейчас хотел всех в одиночку обыграть. Еще и забросить шайбу. Практически удалось. В любом случае, хорошие индивидуальные действия Артема мы видели. Ну а здесь 2 в 2, 3 в 2, 4 в 2. Не удалось столичным парням развернуть неплохую ситуацию для них. Могли бы они, конечно, что-то четвером придумать более внятное. К сожалению, не получилось. И снова Барыжас в атаке. Выкидывает шайбу из зоны своей Горняк. Смена идет по ходу. Переводят дух гости. С новыми силами вперед. Много сил Барыжас отдает для того, чтобы создать моменты, создать проблемы для Горняка. И силы, конечно же, не бесконечны, несмотря на то, что моложе гости хозяев. Тем не менее, без остановки играли команды 2 минуты 18 секунд. Такое ощущение, что Горняк сейчас взял паузу и все больше выбрасывает шайбу из зоны и особо не ускоряет свои атаки, не ускоряет ситуацию. Может быть, мы видим именно тактические действия со стороны подопечных Андрея Шевченко. Может быть, это усталость. В любом случае, Горняк также отдал много сил для того, чтобы создать свои моменты. Ну и, конечно, поиграли в меньшинстве хозяева. Смотрим за развитием событий. Динамичней, нежели первый период, прошел второй период. Заканчивается второй период. Тем не менее, три заброшенные шайбы. И сейчас могла совершиться и четвертая. Силами Карима Кажибекова. И Пахоленко на месте надежен. Всего одну шайбу Дмитрий пропустил. Смотрим еще раз. Неплохо и с неудобной руки бросает Кажибеков. Ну, перекрыл вовремя ближний угол Пахоленко. И, соответственно, сегодня видели, что сразу же Барыжас после выигранного вбрасывания атакует ворота соперника. Удается им этот компонент лучше, нежели игрокам Горняка. И сейчас Утибаев. Мастерюга. Вы смотрите, что делает Утибаев сейчас. Оставляет шайбу, оставляет свою команду в игре. Здорово, Руслан сейчас просто великолепно владение клюшкой, шайбой показывает лидер команды. И остаются считанные секунды до завершения второго периода. Повторюсь, скажу, второй период очень интересный, поинтереснее, чем первый период. И судя по тому, как разворачиваются события второго периода, третий период будет очень и очень жарким, потому как столичному коллективу нужно отыгрываться.
фиксирует шайбу Пахоленко. И на ваших экранах 78-й номер Никита Талерко. Я бізде қазір өте жақсы үзінді өткізіп жатыр екі жақтында командалары. Бірақ Баржас командасының қозғалысы баяулап кетті дейміз. Өткені бірінші голдан өзінің соққан голынан кейін мүмкін оянатын жағдай туындады. Бірақ Горняк командасы өте жақсы қорғаныста. Өте жақсы қалай айтсақ ұйықтатып қызып жеріп жатыр осының шабуылдарын, осы Баржас командасының шабуылдарын. Және қараңыздар, өте қауіпті жағдай. 22-ші номердегі ойыншысы Асанали Саркенов соққы жасаған. Аслан Руслан бізде қазір ережені бұзған мүмкін. Төрешілер қолды көтеріп жатыр қазір. Әрине ол жақсы емес, сондықтан жоқ, толық құрамда ойнап жатыр Горняк командасы. Ал тағда өте қауіпті Дмитрий Пахоленко өте жақсы қайтарып жатыр соққыны. Шайбаны енгізген сәттен кейін пас келіп жатыр Баржас командасының ойыншыларына. Оразбаев соққы жасаған. Ия, дұрыс қараңыздар, бірақ Дмитрий Пахоленко өте жақсы. Альмир Оразбаев соққы жасай алды, бірақ Пахоленко қайтарып жатыр соққыны. Енді бізде одан бұрын Руслан Утибаев өзі жалғыз деп жатырмыз біз соққы жасаған. Жоқ екен, оған Берген Жусупов алыстаған пасты бере алды. Содан кейін Руслан Утибаев тағы қауіпті жағдай, бірақ Дмитрий Пахоленко қорғаныспен соққыны қайтарды. Баржас командасының мүмкіншілігі туындады. Екі рет шайбаны енгізген кезде екі соққы бірдей соққыны жасаған, бірақ Баржастың командасының бағы жанған жоқ дейміз, гол соғатын бағы. Сонымен есеп 3-1, осылай осы екінші кезең аяқталып жатыр. Біз енді үшінші кезеңде кездескенше сау болыңыздар қазір. We'll be right back.
Итак, давайте смотреть. Смотрите, вспоминать, что у нас было в эти 20 минут первого периода и 40 минут второго-третьего. Ну вот это первая же атака, говорили мы это с самого начала, что первая же атака команды ЖАЗ Батыр привела к желаемому результату. Там хоть и не совсем логично, но шайба все-таки оказалась в воротах. Видимо, где-то под щитком скользнула предательски, и Алдам Жаров открыл счет в этой встрече. Потасовка здесь никаких, не последовало никаких наказаний. Здесь Дударки здорово выручает. Очень активны были гости вообще в этой встрече, так же, как и во вчерашнем матче. Редкие моменты у ворот Армана Принцкера. Защитники почищали. Принцкер работал, но работы у него было не так много, как у его коллеги Джакара Дударкиева. Ну вот, вторая шайба. Бойцов, Никита Бойцов, он сегодня герой сегодняшнего матча, потому как смог забросить не одну, а целых три шайбы. Вот одну из них мы посмотрели, вот она и вторая. После этого эпизода уже счет у нас стал 0-3. И дальше мы с вами можем посмотреть еще одну заброшенную шайбу. Это все события первого периода. Ну вот здесь момент был у Орлана, Мажикенов и Зубеков были на стороне атаки, но защитники здорово сыграли, не дали ни единого шанса для того, чтобы попытаться забросить. Ну и вот она, четвертая шайба. И, как я уже сказал, тот же Никита Бойцов оформляет хитрик. Кепки не полетели. Как говорят игроки, если были на домашнем льду, то, возможно, были бы и кепки. Но здесь уже мы смотрим с вами второй период. В нем не было заброшенных шайб. Было много борьбы. Да, такое хоть и незначительно, но все-таки преимущество было гостей. Они больше атаковали, больше проводили времени в зоне Орлана. Но ни одна из этих атак не была доведена до логического завершения. Борьбы было много, но шайб мы не увидели в эти 20 минут. Но вот пока смотрим еще то, что у нас происходило. Здесь тоже вот эпизод в исполнении команды ЖАЗ Батыр. Удачно сыграл голкипер команды Орлан Жахар Дударкиев. Вот кто сегодня точно заслужит похвалы, так это вот Жахар, потому как во многих эпизодах он выручал и подчищал за своими защитниками, которые зачастую не справлялись. Здесь момент, когда был запрос от тренерского штаба Орлана. И после довольно долгого просмотра, видеопросмотра, все-таки шайба была отменена. То есть здесь счет на табло не изменился. Ну и вот здесь момент, когда Орлан забросил таки первую шайбу. Как нам показалось с этого ракурса, что шайбу забросил там другой игрок, но все-таки Артемьев там набрасывал, и именно на него записана шайба. Но и немного времени потребовалось для того, чтобы еще одна шайба оказалась за спиной у Армана Принцкера. Здесь автором стал Еладин. Ну и далее случилась атака в исполнении ЖАЗ Батыр, в которой в большинство смогли реализовать гости и забросить шайбу пятую, которая стала завершающей в этой встрече. Но вот сейчас мы с вами увидим этот момент. Очень точный бросок Жабунина. Шикарный бросок, как по учебнику, вложил шайбу в верхний дальний угол, и ничего здесь не смог сделать голкипер Орлана. Ну и все, тут команду уже доигрывали. Вот такие результаты. Счет на табло у нас 2-5. Две шайбы забросил Орлан и 5 наши гости. Статистику давайте с вами посмотрим и разберем. По броскам в створ 22 броска нанес Орлан и 50. То есть такое существенное преимущество команды ЖАЗ Батыр больше, чем в 2 раза. По выигранным брасываниям тоже цифры говорят в пользу команды из Атырау. 37 против 22. По заброшенным шайбам в большинстве таковая одна у Орлана и 2 у ЖАЗ Батыр. И по штрафным минутам 8-4. Такие цифры. В целом корректно протекал поединок. Вот такие итоги второго матча между молодежной хоккейной командой Орлан и ЖАЗ Батыр.
Всем пока, до скорых встреч. Урал, хоккейшілері. Вам будут представлены лучшие моменты прошедшей игры, и здесь начинает Ястребы свою игру с Булита, можно сказать, после нарушения Ирбатырова. И вот первая заброшенная шайба. После шикарного паса Быканова Свинтальский оказался первый на дальней штанге. И 1-0. После чего мы видим, был наплыв опасных моментов от Ястребов. Здесь очередная атака. Коваль на месте прижимает шайбу ко льду. Видим силовой прием здесь от Пиниди. Тоже один из красивейших моментов сегодняшней игры. И здесь хорошо под себя убирает Ербатыров, но не получился бросок. Здесь 28 номер уже в атаке. Кладов останавливает шайбу коньком, но не смог переправить. И здесь ответочка прилетела от Быканова Пиниди. Обменялись силовыми приемами. Здесь Махамадеев отдавал на пятак, но уже партнер был перекрыт. И шайба Шарикпаева в начале второго периода. Здесь прозевали, конечно, его защитники Ястребов. И да, не прижал шайбу Осипов. И сравнивает счет Кулагера 1-1. После чего с удаления выходит у нас Васильев на рандеву с Ковалем. Но не попал в створ ворот. Здесь дальний бросок от Капкайкина. И во втором уже как эпизоде, моменте фиксирует шайбу все-таки Александр Коваль, прижимает ко льду. И здесь вторая заброшенная шайба от Ястребов. Прозевали, конечно, и защитники, и вратарь перемещения Кладова. И, можно сказать, со второй попытки забивает эту шайбу и выходит вперед Ястребы. Здесь очередная атака. Тоже уже выход 1-0 Емельянова. Не смог он реализовать свой выход. И хороший розыгрыш от Ястребов, но не смогли довести до хорошего броска. Букарь, пас на пятак. Здесь не дают принять Махамадееву. И бросок от Капкайкина от синей линии. Парирует его Осипов. И здесь с нарушением останавливают Пиниди на пятаке. После шикарного паса партнера. И развязка игры, можно сказать. Третий период был счет 2-1. Вот мы видим, Варламов отдает на Сергушкина. Сергушкин здесь отбивает шайбу Осипов. Вот опасный момент возле ворот Коваля. Счет, можно сказать, у нас был неизменный до 18 минут третьего периода был неизменен. И после чего посыпались удаления у Ястребов. И здесь уже вот как раз подходят моменты к этому. И здесь, да, копают, конечно, шестером против троих петропавловцы. И здесь Ербатыров бросает, не попадает в твой стор ворот. И здесь открещивает перекладину Пиниди. Атака продолжается. Вот еще один момент. И здесь пас на дальнюю не проходит. Но все-таки удается протолкнуть шайбу в ворота Александру Сергушкину. Сравнивает счет он. 2-2. Вот мы видим повтор с другой камеры. Да, добились все-таки своего петропавловцы. И переводят они игру в овертайм. И здесь, конечно, проспали, так сказать, в обороне. Шикарнейшая передача с угла площадки. И Шелихов
ставит точку в сегодняшнем матче. 3-2, Ястребы выигрывают в овертайме и увозят с Петропавловска 2 очка. 3 очка набирает в двух встречах петропавловский Кулагер. Увидимся на хоккее. До свидания, уважаемые болельщики. Ал Рудный мен, Рудный горняк командасы мен, барыс жас командасының арасындағы бәсекені біз тамашалаймыз. Екінші кезең аяқталды, осы екінші кезеңнің статистикасын көріп жатырсыз. Горняк командасы басымдылықты көрсетті, және тәртіпті ойын болды горняк командасының жағынан. Ал барыс жас командасы көп қателіктерді жіберіп жатыр, және 6 минуттық айыпталу уақыттарын алып жатыр. Соққы жағынан тең көрсеткішке ие болып жатыр екі жақтың командалары. Бірақ горняк командасының сәттері өте қауіпті, өте ұшқыр болып жатыр. Және айтып кетсек, 3-1 гол соғылды осы екінші кезеңде. Олардың авторларын атап кету жөн болады, өйткені осындай есімдерді білу керек, тану керек. Енді Абзал Алибек ойынды ереже бұзған үшін 2 минуттық штраф алды. Және горняк командасының сатысынан Илья Китанин гол соққан болар. Оның ассистенттері Илья Поскин мен Берген Жусупов болды. Одан кейін барыс жас командасының шабуылшысы Абзал Алибек пен Асанали Саркенов екеуде гол соққан мүмкіншілікті туындады, бірақ Абзал Алибек осы голдың авторы болып саналады. Содан кейін Руслан Утибаев осы горняк командасының ең үздік шабуылшысы дейміз, және негізгі горняк құрамасында ойын көрсетіп жатыр. Сондықтан да Руслан Утибаев гол соқты, өзінің шеберлігімен 2-1 ойыншыны алдап кетіп, және осы Абылайхан Түлеубайдың екі аяқтың арасына соққан голын жасай алды. Оған ассистент болған Берген Жусупов. Ал үшінші кезең басталғалы бізде екі жақтында алма кезек шабуылдары өтіп жатыр. Айта кетейік, осы екі ойында да, екі кезеңде де Илья Китанин
жақсы көрсеткішке көз жеткізіп жатыр. Бірінші кезеңде Степан Петровтың ассистенті ретінде, және содан кейін екінші кезеңде Илья Китанин екінші голды осы Горняк құрамасының сатысында гол соғып жатыр. Осында есімдерді біз білу керекпіз, білу тиістіміз, өйткені жас болғандықтан. Қазір Дмитрий Пахоленко өте жақсы қайтарды допты, бірақ одан атылған шайбаны 12-ші номердегі Савелий Потапов тап болды, бірақ қауіпті жағдай туындап, оны Дмитрий Пахоленко өте жақсы қайтара білді. Енді біз көріп жатырмыз, бар жас командасы әрине ұмтылыста, шабуылға ұмтылыс көрсетіп жатыр, гол соғатын және есепті теністіре білетін деп жатырмыз. Хорошее начало от третьего периода демонстрирует команда Барыжа сейчас. В атаке начинают, продолжают. И в целом во втором периоде Горняк сделал неплохой задел на победу. Забросил две шайбы. Ну и сейчас, конечно же, нужно хозяевам выстоять против этого натиска. Ну а гости, конечно же, делают все возможное для того, чтобы забросить шайбу. Обязательно нужно им переводить игру хотя бы формат, когда они сравняли счет. Далее, конечно же, победа, ну или овертайм. В любом случае, делают сейчас они все возможное, что от них зависит. Ну а ситуация втором... Ой, опасный момент еще сейчас был. Какой момент? Пахоленко просто красавец сейчас. Из такого опасного момента. Смотрим еще раз. Хороший бросок был у Трифонова. Ну и Пахоленко на своем месте в створе ворот фиксирует шайбы, вбрасывание у его ворот. Во втором периоде ситуация разворачивалась таким образом, что забрасывает Горняк в большинстве вторую шайбу силами Ильи Китанина с передачи Ильи Поскиной, Бергена Жусупова. Делает счет 2-0. Гости с этим не согласны и уже, соответственно, реализуют свое большинство силами Абзала Алибек и ассистирует ему в этом Асанали Саркенов. И уже под занавес второго периода Руслан Утибаев хорошими индивидуальными действиями делает счет 3-1. Берген Жусупов второй раз в этом матче ассистирует. Ну а Поскин сейчас, что творит Барыжас, просто насел на ворота Пахоленко. Здорово, здорово Пахоленко пока работает. Ну а до этого был момент у Романа Большедворского. Нелегко, неожиданно. Сейчас тяжело приходится Дмитрию. Защищает он створ ворот. И по статистике, которую вы видели в начале третьего периода, уже преимущество на стороне Горняка, потому как Горняк действительно не просто переломил ход событий. Снова Пахоленко в действии, фиксирует шайбу. Горняк не только смог переломить события второго периода, но и упрочить свои статистические данные. И если брать во внимание первый период, то значительно лучше и в нападении, и в защите Горняк себя проявил. И посмотрим, каким образом будут развиваться события у нас и далее. Ну а в параллельном матче Мунайши Торпедо. Торпедо впереди 7-2. Также продолжается этот матч. Титульный спонсор Казахстанской Федерации Хоккея — Паримач. Паримач — играют они, побеждаешь ты. Паримач — онлайн-букмекер номер один в Казахстане. Одна из возможностей Горняка выбраться в зону гостей. Не так часто в третьем периоде они здесь и бывали. Хороший момент сейчас. Не удалось зафиксировать шайбу Ишину. Снова Ишин. Борьба. И Барыжас сейчас
3-2. Есть хорошая возможность. И, к сожалению, не держится шайба у Артема Шарапова. И уже 3-3. Горняк разворачивает Ишин. Далее поддерживает Кимайкин. Ишин на пятаке. Зафиксировался в надежде, что будет передача. Ишин. Волобуев. Ишин. И вот только сейчас... Нет, Горняк продолжает контроль шайбы. И вот только сейчас убегает в контратаку 13-й номер Алибек. И здорово! Какой хороший бросок сейчас! Здорово в исполнении 18-го номера Александр Перкин. И имел хорошую возможность. И здесь в ответной атаке Аблайхан Талиубай фиксирует шайбу. Хорошее начало третьего периода. Очень резво команды побежали вперед. Смотрим еще раз, что у нас происходило дальним броском от синей линии. Проверка на прочность. Талиубай на месте. И уже снова быстрая атака. Барыжас. Большими силами ходит Барыжас сейчас в нападение. И ловят их на этом игроки Горняка. Китанин. Будет ли сам? Сам набрасывал. И возня у ворот. Талиубай. Хорошая могла быть передача. Фиксирует шайбу сейчас Абылайхан. И дает возможность своим партнерам передохнуть и прийти в себя, потому как быстро и динамично разворачиваются события третьего периода. И уже остается небольшое количество времени. Реклама. Заряжай на своих Пари-матч. Выигрывай бонусы и наслаждайся игрой. Поддержи своих. Скачивай приложение Пари-матч или регистрируйся на сайте. Заряжай на своих в Пари-матч. Үшінші кезеңнің жалғасуын біз тамашалаймыз. Бізде Барыжас командасының құрамасын орындығын көрсетіп жатыр. И әрине бізде есеп әлі де 3-1. 14 минут алда әлі. Енді басталғалы өте жақсы үзінді екі құрама көрсетіп жатыр. Алма кезек шабуылдар өтіп жатыр. Қауіпті жағдайлар туындап жатыр. Аблайхан Төлеубайда және Дмитрий Пахоленкада жұмыс көрсетіп жатыр. Жақсы жұмыс және ұстап жатыр, қайтарып жатыр шайбаларды. Әрине шабуылшыларға сөз бар. Айтатын өткені... шығалмай жатыр. Нақты соққылар қазір біз көріп жатырмыз. Барыжас командасы осы енгізу нүктесінде жақсы қабылдады шайбаны. Бірақ Горняк командасы шабуылды жалғастырып жатыр. Әрине Барыжас командасы ұмтылыс жасап жатыр есепті теңестіруге. Осындай екінші кезеңнен кейін Горняк командасы өзінің көрсеткіштерін жақсы көтеріп жатыр. Ол шайбаны енгізу нүктесінде де және көпшілікте де гол соққан болар. Бірақ Барыжас командасы дәлел деп беріп жатыр. Біз де осал емес деп, көпшілікте де ойнай аламыз деп, бір гол көпшілікте соға алды деп жатырмыз біз. Бірақ әрине тәртіпке көп сөз бар. Мына жерде қазір өте қауіпті жағдай. 9-шы номердегі Кирилл Болгов соққы жасаған. Тағы да қазір соққы жасады. Өте қауіпті жағдай. Оңтайлы қолайсыз қолдан лақтырыс жасай алмады қазір ойыншы. Барыжас ойыншысы 14-шы номердегі Рахимбек Мейірман
соққы жасай алмады. Әрине қақпа қозғалып кетті, содан кейін ойынды тоқтатты. Арашалап жатыр төрешілер, екі жақтың ойыншыларын. Әрине өте ыстық ойын, өте ыстық лебіз. Әрине мінездерін көрсетіп жатыр екі жақтың да ойыншылары. Сондықтан да осындай бізде жағдай. Қазақстан хоккей федерациясының титулды демеушісі Паримач. Паримач ойнайтын олар жинетін сен. Паримач Қазақстандағы номер бірінші онлайн букмекер. Жалғасып жатыр үшінші кезең. Горняк командасы алда деп жатырмыз. Әрине Барыс жас командасы қонақ ретінде келіп жатқандай. Қонақ ретінде баяу осындай бірінші екінші кезеңді өткізіп. Әрине баз бапкерлер Тимур Ержепов әрине осы ойынға қалай айтсақ көп сөз айтуда, өйткені өзінің шәкірттері баяу бастағасын, өте баяу және өте ақырын танысып жатқандай. Қазір 95-ші номердегі ойыншы Артем Шарапов соққы жасаған. Бірақ Дмитрий Пахоленко қайтарды. Мына жерде өте жақсы шабылды, өте қауіпті жағдай, бірақ әріптесін таба алмады пас. Қазір қайтадан стоп қалып жатыр шайбаны 10-шы номердегі Кирилл Кимайкин, Волобуев. Бірақ екеуі де шабылды жалғастыра алмады, өйткені қорғаушылар өзінің жұмысын, еңбегін өте жақсы атқарып жатыр деп жатырмыз. Тағы да қазір екі жақтында құрамасы тәртіпті ойын көрсетуде. Әрине ешкімде ережені бұзғысы келмей жатыр. Сергей, смотри, мы наблюдаем игру очень дисциплинированную с обоих сторон, потому что и второй, и первый период обе команды очень хорошо отличились нарушениями. Да, потому что уже показали команды сегодня, что они умеют реализовывать большинство в целом. И я думаю, что тренерский штаб одной и другой команды сделали все возможное. Слепухин сейчас негодует просто. Смотрите, демонстрирует он нам всем своим видом, что не согласен с решением судьи. И, ну, конечно, наверное, не надо бы сейчас Михаилу так себя вести, потому как он, ну, не прав был в этой ситуации. И если сейчас он будет удален, это уже третье удаление для него в этом матче. Все-таки Михаилу, конечно, немножечко нужно совладать со своими эмоциями, потому как оставляет он свою команду в меньшинстве. И именно его удаление во втором периоде привело к тому, что Барыжас наказал Горняк. Реализовал большинство, и в целом опасно сейчас, если Горняк хочет победить, ну не знаю, наверное, все-таки не так нужно строить игру, потому как заброшенная сейчас шайба в ворота Горняка будет означать только одно, очень нервную и веселую оконцовку для подопечных Андрея Шевченко. И если до этой минуты команда «Горняк» смотрелась очень и очень прилично, не удалялась, играла в свой хоккей, имела хорошие возможности для атаки, то сейчас придется очень и очень нелегко. Это, собственно говоря, то, что нам не хотелось бы видеть. Все-таки мы за хоккей в равных составах, за хороший, качественный хоккей без нарушений нервов. И вот сейчас «Горняк» будет играть четвером, удален 27-й номер у команды Горняк, Слепухин. Ну что ж, таким образом тест на прочность для звена, для игры в меньшинстве, и такой же тест для большинства подопечных Тимура Ержепова. Ну и смотрим, как будут события разворачиваться. Все-таки мы видели, что в равных составах очень хорошо Барыжас атакует. Сейчас шайба покидает зону Горняка. Одинокими атаками отличается Илья Китанин.
чужой зоне, обозначает прессинг. И, конечно, нужно возвращаться в защиту. Ну, а здесь Перкин. Очень коварненько Перкин сейчас от борта шайбу направлял на пятачок. Смена идет по ходу розыгрыша. И снова Китанин обозначает прессинг. Утибаев в помощь. Хорошее количество времени есть будет у Барыс-Жаса. Три с небольшим. Ну а здесь прекраснейший моментище. Царкенов. Что сейчас? Две минуты за сдвинутые ворота. Неужто Горняк останется втроем? Не раз по ходу этого сезона мы видели, что в конце третьего периода Горняк очень недисциплинированно играет. Пока нам непонятно, почему они это делают. Но за умышленный сдвиг ворот сейчас будет наказан Дмитрий Пахоленко. Конечно, кто-то поедет отбывать наказание. Не первый раз по ходу игры у Пахоленко ворота не на своем месте находятся. И вот сейчас Андрей Александрович Шевченко рассказывает свое видение, что это однозначно было сделано не специально. И тем не менее опытнейший главный судья Виталий Игнатьев сейчас уже со своей стороны расскажет, что он считает по этому поводу, как он трактует правила. И все-таки, да, все-таки Горняк сейчас, скорее всего, останется в меньшинстве троем. И это очень и очень печально. Я қалыпты жағдай, келісемін Сергей Сенімен. Енді бізде қазір кемшілікте ойнайды Горняк командасы. Енді 28-ші номердегі Илья Китанин отырып жатыр айыпталу аймағына. 3-1-де қорғаушы ойнайды. Енді қазір әрине шайбаны өзінің алаңынан шығаруға мүмкіншілік іздейді Горняк командасының ойыншылары. Қараңыздар, Руслан Утибаев әрине шығып жатыр. Руслан өткені ең үздік ойыншы. 5-3 құрамда ойнап жатыр. Өте қауіпті жағдай. Қазір өте жақсы Дмитрий Пахоленко ойын барысында ұстап жатыр осы соққыны. Ал параллелдік ойында Мұнайшы мен Торпедоның арасында есеп 7-2. Ал атап өтсек, Торпедоның ойыншылары дубль жағдайын жасап жатқан Валентин Попов пен Данила Амельковец жасап жатыр дубль. Екі жақтан да өте көп соққы жіберіп жатыр Мұнайшы, сондықтан да қақпашыны да ауыстырып жатыр. Осындай оқиға параллелдік ойында болып жатыр қазіргі кезде. Құрметті жанкүйерлер, өте қауіпті жағдай. 12-ші номердегі Савелий Потапов мүмкіншілік тапты, бірақ Дмитрий қайтарып жатыр соққыны. Өте жақсы позицияны таңдап жатыр. Тағы да соққы алыстан бағыттаған. Әрине алыстан ұрады, соғады, өйткені мүмкін рикошет, мүмкін біреу таяқшасын қабылдайды. Тағы да Потапов шайбамен өте қауіпті ортаға лақтырыс болды, бірақ шайбаны шығарып жатыр біздің ойыншылар. Енді көріп жатырмыз. Ал Инспорт, спорт туралы кабельдік және спутниктік телеарна. Біздің басты мақсатымыз спорт пен салауатты өмір салтын насихаттау. Телеарна Инспорт көрерменге спорттық теледидар контентінің барлық спектрін ұсынады. Ал шабуыл жалғасып жатыр. Әрине көпшілікте жас барыз жас дейміз. 76-ша өте қауіпті жағдай. Шарапов Артем қабылдай алмады осы лақтырысты. Тағы да қақпадан тыс кетіп жатыр соққы. Асанали Саркенов та. Тағы да Дмитрий орнында. Дмитрий позиция жақсы таңдап, жақсы тұрыста қорғап жатыр өзінің қақпасын. Сергей, смотри, как Дмитрий Пахоленко очень неплохо выбирает позицию, защищая свои ворота. Ну, он действительно
хорошо сегодня проводит матч, несмотря на то, что партнеры... Ой-ой-ой-ой-ой, заброшенная шайба. И только хотели мы похвалить сейчас Дмитрия Пахоленко. И, собственно, то, о чем мы говорили, Горняк может просто-напросто потерять концентрацию, упустить возможность победить в этом матче. Ну, а повтор момента смотрим еще раз. Ну и здорово, здорово, заброшенная шайба. Альмир Аразбаев с передачи Асанали Саркенова. Саркенов, пожалуйста. И вот тебе заброшенная шайба. Альмир очень здорово выбрал позицию. И, к сожалению, смотрим, для Пахоленко шайба в его воротах. Пропускает он. Счет становится 3-2. Альмир Аразбаев отмечается результативным действием. Остается 7,5 минут. И все-таки, если Горняк сегодня проиграет, это будет ошибка дисциплины этой команды, которая очень уверенно играла во второй половине первого периода. Великолепно сыграла во втором периоде. Начал Горняк третий период также остро, также интересно. И скатился до уровня удалений. Михаил Слепухин своими действиями вынудил арбитров наказать его трижды. И да, удаление. Второе большинство, которое реализовывает Борис Жас. Здорово, парни играют в большинстве. Только поаплодировать. Ну а Горняку, конечно, хочется пожелать дисциплины, потому как они все-таки вели этот матч. А теперь уже, собственно говоря, на фоне заброшенной шайбы Борис Жас полетит вперед. В этом нет никакого сомнения. И уже насколько удачливым будет Горняк, и насколько опытно они себя проявят, будет зависеть их победа в этом матче. Здорово. Барыжас очень прекрасно реализовывает большинство. И уже сейчас ищет свое счастье Ишин в атаке с шайбой. Удаление нет. Продолжается атака Барыжас. И хорошая была передача от Мирман. Снова Баража с шайбой. 76 номер. Нурислам Зияш с шайбой. Нурислам самостоятельно один. Хорошая была передача. И несмотря на то, что столичная команда проигрывает, ведут себя они очень уверенно и стремятся к третьей заброшенной шайбе. Ну а Горняк пока защищается. Потерял Горняк много-много сил. Алибек самостоятельно, здорово сейчас, как обыгрывал. Абзал прекрасно. С наскока и имел хороший момент. И если бы сейчас Абзал забивал, это просто деморализовало бы, конечно, подопечных Андрея Шевченко прям, ну, очень-очень серьезно. Потому как вроде лидеры, вроде вели. И тут за счет удаления потеряли много сил. И схватить третью шайбу в такой ситуации очень и очень просто. Прекрасно понимают это игроки Барыжас. И продолжают додавливать Горняк. Я бізде өте қауіпті жағдай туындады Горняктың құрамында қазір. Өйткені екінші көпшілікті өте жақсы пайдалана алды Барыс Жас. Есеп 3-2. Әрине Барыс Жас қазір барын салады. Осы есепті теңестіруге мүмкін овертайм жағына кіргізетін мүмкіншілікті. Қазір өте қауіпті жағдай болды. Қазір өте, бірақ Барыс Жас командасының тағы да соққы. Қайтарды Дмитрий Пахоленко шайбаны, бірақ ешкім Барыс Жас командасынан үлгірген жоқ. Уақыттың 5 минуттан аз уақыты қалып жатыр. Данил Волобуев алдыңызда. Қазір енді бізде есеп осындай болғасын. Әрине, қауіпті жағдай Горняк командасының жағында пайда болып жатыр. Қазір
есеп өтет. Назык деп айтамыз осылай енді. Шайбаны енгізу нүктесінде Владислав Лопухов пен Перкин шығып жатыр. Е, қазір соққыны қайтарды. Көпшілікте ойнағандай Барыжжаз жайғасып жатыр осы қожайындарын аланында. Бірақ Горняк командасы әрине шаршаған шығар. Екі кезеңде де өте шапшан, өте қауіпті жағдай. Дмитрий Пахоленко орнында өзінің позициясын жақсы таңдап, жақсы қорғаныс тауып жатыр. Дмитрий әрине. Қазір бізде сәл ғана баяулап кетті екі жақтың да ойыны. Әрине Барыжжаз командасы қазір мүмкін қапашыны алпыстап алтыншы ойыншыны қосады. Руслан Утебаев өте қауіпті, өте жақсы лақтырыс, бірақ қақпаға бағыттаған. Қазір 13-ші номердегі Әділхан Сертаев пас қабылдаған. Шайба өте жоқ биік көтеріліп жатыр. Әділхан Сертаев жоғалтып алды шайбаны қазір. Тағы да мына жерде қазір өте қауіпті, бірақ алып қойып жатыр Әділхан осы шайбаны. Иә, әрине екі жақтың да командасы гол соғатын мүмкіншілікке ұмтылыс жасап жатыр. Өте қауіпті қазір, қолайлы емес, қолдан жағынан лақтырыс жасап жатыр таяқпен ойыншылар. Ал бізде қазір пас алмасуын көріп жатырмыз көпшілікте ойнағандай. Қараңыздар, қазір қауіпті жағдай, бірақ қорғаныста өте жақсы Горняк. Динмұхамед Сапарбек лақтырыс жасаған, бірде бір ойын қақпашымен шығып жатыр Руслан. Мүмкін ол көрмей қалдық санын белдегі арқадағы, бірақ өте жақсы сәт туындады қазір Горняк командасының ойыншыларында. 14-ші номердегі Рахимбек Мейірман ұмтылыста болған, бірақ қақпа қазір Артем Буб алдыңызда. Мүмкін ережені бұзған Артем, қазір көре жатармыз біз. Ал енді бізде Мұнайшы мен Торпедоның арасында есеп 8-2. Біз айтып жатырмыз, осы Торпедоның құрамындағы ойыншылар дубль жасап жатыр. Өте көп соққы. Енді қараңыздар, бір ойында 10 гол соғып жатыр. Ол әрине өте, қалай айтсақ, жетістік дейміз екі жақтың да командасының. Бір жағынан ол өте нашар жағдай. Басқа командаға, мысалы Мұнайшыға, әрине ол жанкүйерлерге де нашар әсер тиеді қазір. Ал енгізу нүктесінде Барыжжаз командасы жеңіске жетіп жатыр. Және соққыны жасаған кезінде ойыншылар соғып жатыр, енді осы қайтарып жатыр соққыларын. Біз көріп жатырмыз қазір сәл ғана ойын тоқтатылып кетті. Ну и хорошо, что есть возможность пройтись по статистике. Так вот, Михаил Слепухин сегодня 26 минут штрафа отхватил. 26 минут. И это просто поразительно нехороший результат для хоккеиста любого уровня. Все-таки с нервами, конечно же, хочется пожелать Михаилу, чтобы он обязательно совладал. Ну а Барыжжаз здорово, молодцы. Второе большинство реализованное в этом матче. И, собственно говоря, сейчас столичная команда летит вперед, старается сделать все возможное, чтобы сравнять счет и дальше уже перевести игру в овертайм. Достойно уважения игра сегодня Барыжжаз. Отыгрываются они со счета 1-0, 2-0 и 3-1. Сейчас уже 3-2. Несмотря на молодой возраст, все-таки чувствуется опыт и чувствуется рука опытного тренера Тимура Ержепова. И чести ради нужно сказать, что Барыжжаз в третьем периоде еще не удалялся. Вот это дисциплина молодых хоккеистов, вот это дисциплина, которую пропагандирует тренер, именно Тимур Зарыканович, который сейчас берет тайм-аут. И, скорее всего, мы увидим сейчас
6 полевых игроков. Собственно говоря, такая стратегия напрашивается. Она имеет место быть. И по тому, что сейчас Горняк, откровенно говоря, проседает, потому как в удалении забрало колоссальное количество сил, и играют они, должен я вам сказать, доложить, в три звена, всего в три звена. Соответственно, сейчас может быть все, что угодно. И если Горняк сегодня выстоит, то это будет не то чтобы чудо, но это будет победа сродни трем проведенным играм. Ну а если победит Барыжас, то браво, парни. Дисциплинированно, хороший, качественный хоккей в исполнении команды из Астаны. Ну и да, все верно. Сейчас покинул свои ворота Абылайхан Толеубай и ищет счастья в атаке Барыжас. Да, и к слову сказать, что Барыжас и Горняк находятся на турнирной таблице рядышком, поэтому это очень принципиальная игра для получения своих заветных очков. Я бізде қазір үшінші кезеңнің аяқталуын біз көріп жатырмыз. Тимур Ержепов осындай шешім қабылдап жатыр. Әрине, ол шешім сұранып жатыр. Бізге өйткені 6-шы ойыншыны шығарып жатыр. Абылайхан Төлеубай орындыққа отырып. Қақпа енді ашық болып жатыр Барыжас командасында. Әрине, овертайм кезеңіне жетеміз деген армандары бар Барыжас командасында. Өте қайт, тағы да шойқын соққы. Горняк командасы шығарып жатыр шайбаны, бірақ осы денелерде қалып қойып жатыр. Ойыншылардың арасында қалып қойып жатыр шайба. Қазір тағы да қауіпті жағдай. Шайбаға талас. Пархоменко ұстап жатыр шайбаны. Төрешілер қырғы. 30 секунд қалып жатыр осы матчтың аяқталуына дейміз. Әрине, бақ сынауда қазір Барыжас командасы. Барыжас болғанымен өте тәжірибелі ойынды көрсетуде. Үшінші кезеңде Горняк командасы әрине шыламдылық қасиетінен көріп тұрмыз отырып қалып жатыр. Нашарлап кетті, өйткені көп ережені бұзған үшін көп күштері енді қорғаныста көп күш қалдырып жатыр. Біз көріп жатырмыз әрине. Қазір шайба енгізу тағы да қожайындардың алаңында. Барыжас командасы қазір шайбаны иеленуде. Әрине, қауіпті жағдайлар туындап жатады қазір. Қараңыздар, қалай жақсы соққы қазір 13-ші нөмірдегі Алибек Абзал. Әрине, Алибек Абзал мүмкін тағы да өте қауіпті лақтырыс болды. Дмитрий Пахоленко қазір. Қараңыздар, қазір есеп 4-2, гол 1 секунд қалып тұр. Горняк командасы 2 ұпай өзінің еншісіне жазып алып жатыр. Қазір біз көріп жатырмыз енді Руслан Утебаев тағы да дубль жасап жатыр. Руслан Утебаев мен әрине лидер ретінде мен гол шолып жатырмын деп көрсетіп жатыр. Ал есеп 4-2, құттықтаймыз Горняк командасын. Утебаев оформляет дубль, и впервые в истории противостояния этих коллективов Рудницкий Горняк одерживает победу. Горняк сегодня сильней. Барыжас Астана 4-2. И я думаю, что действительно мы прекрасно видим, как радуется Рудницкий коллектив. Ну и, конечно же, здесь не составляет труда Руслану забросить шайбу, потому как пустые ворота. Шестером заканчивал Барыжас. Матч окончен. И я думаю, что мы обязательно увидим самые интересные моменты этого матча. Они, безусловно, были. И в целом, по итогу, хочется, конечно же, пожелать команде «Горняк» все-таки быть подисциплинированнее, потому как, повторюсь, не раз видели мы, что, ведя по счету, выигрывая, казалось бы, уверенно матч, начинают удаляться в конце третьего периода. Необязательные нарушения, необязательные ошибки, которые приводят к очень нервной оконцовке. А оконцовка была нервная, потому как Барыжас был близок. Шестером заканчивал Барыжас. Атаковали они ворота Дмитрия Пахоленко. И, собственно говоря,
Есть большая заслуга именно Дмитрия в том, что его коллектив сегодня выстоял, потому как спасал он свою команду настолько, насколько сегодня он мог. Таким образом, смотрим обзор. Паримач Жастар хоккей Лигасы, Горняк Баржас Астана. Очень динамично начали гости эту встречу. И тем не менее, первая заброшенная шайба. Степан Петров с передачей Ильи Китанина делает счет для Горняка 1-0. Горняк, который первую половину первого периода провел в защите, забрасывает первым, тем не менее, в ворота Абылайхана Толюбая. И Дмитрий Пахоленко, который спасал свою команду. Смотрим за продолжением этого матча. Были и удаления сегодня, и удалось командам поиграть 3-5. И реализация большинства, о которой мы обязательно скажем. Но здесь прекрасный сейф исполнения Блохан Толюбай. Смотрим еще раз. Здорово, Волобуев атакует ворота Аблайхана. И смотрим, здесь заброшенная шайба. Большинство — Илья Китанин с передачи Ильи Поскина и Бергена Жусупова. Расстреливает Китанин ворота и не смог помочь Абылайхан своей команде. Был он уже вне игры, на противоходе поймал Китанин голкипера. Было множество атак у Горняка. Это второй период. Во втором периоде значительно лучше Горняк сыграл и в защите, и в нападении. Ну, а здесь уже первая заброшенная шайба для Борис Жаст. Абзал Алибек с передачи Асанали Саркенова забрасывает Алибек свою первую шайбу. Большинство. Напомним, что был удален в этом моменте Михаил Слепухин. Слепухин, который отгрузил себе сегодня 26 минут штрафа. Очень недисциплинированно сыграл Михаил. Множество моментов у Барыжаса было. Хорошо сыграл молодой коллектив. Прекрасно себя чувствовал на Руднинском льду. И опаснейшие моменты, которые были у ворот Дмитрия Пахоленко, говорят о том, что коллектив способный. Ну а здесь индивидуальное мастерство опытного Руслана Утибаева с передачи Бергена Жусупова. Берген очень длинную дальнюю передачу выгружал Руслану. И Руслан уже силами своего мастерства здорово забрасывает. Поздравляем Руслана Утибаева с этой заброшенной шайбой. Счет становился 3-1. И дальше ситуация разворачивалась таким образом, что Барыжас был не готов проигрывать эту встречу. Барыжас, который полетел вперед, почувствовал силу очень дисциплинированно. Достойно сегодня сыграли парни из Астаны. Намного меньше минут штрафа. Хочется отметить, что по сути в третьем периоде удалений у Барыжаса не было. Ну и по незначительное количество минут было и в первом, и во втором периоде. Хорошо, дисциплинированно играют игроки Тимура Ержепова. Смотрим за опаснейшими моментами. Перекрывает Пахоленко угол. Бросал по воротам Асанали Саркенов. Ну а здесь уже заброшенная шайба в исполнении Артема Шарапова. Смотрим еще раз. Здорово. Передача Альмир Разбаева Асанали Саркенова. И бессилен здесь был Дмитрий Пахоленко. Дальше Тимур Зарканович принял. И тем не менее им, к сожалению, это не удалось. Зато удалось выстоять настолько, насколько это была возможность в меньшинстве игрокам Горняка. И тем не менее, Горняк, который сегодня очень неплохо выглядел на фоне своих удалений и недисциплинированности. Ну а здесь Утибаев, который оформляет сегодня дубль, делает счет 4-2. Таким образом, впервые в истории противостояния этих двух команд Горняк одерживает волевую победу. Статистику обязательно мы с вами посмотрим. Несмотря на то, что 4-2, статистика на стороне Борис Жас за счет того, что прекрасно провели они третий период.
Количество удалений не в пользу Горняка. И я думаю, что если завтра не продолжат в том же ключе, Барыжас обязательно их за это накажет. В любом случае, интереснейший хоккей будем завтра с вами наблюдать. Также в 13.00 время столичное. С вами были сегодня Сергей Панов и Дархан Нурписов. Кош сауволуңуздар. До скорой встречи, друзья. Любите хоккей, болейте за свою любимую команду. До скорого. Пока.